В Актобе очищают от мусора берега водоемов. Больше 300 госслужащих и активистов молодежных движений приняли участие в экологической акции «Таза Казахстан». Благодаря им чище стали берег реки Каргалы. В этот раз участники акции собрали 25 тонн мусора, которые вывезли на городской полигон. Лейла Уесова продолжит тему. Акция «Чистые берега» объединила около 300 актюбинцев. Это госслужащие, трудовые коллективы и представители молодежных организаций. Вооружившись граблями и лопатами, ребята очистили от мусора прибрежную зону. Река Каргалы – одна из больших и важных водных объектов в регионе и является излюбленным местом отдыха всех горожан. Поэтому они тоже принимают активное участие в экологической акции. Необходимо содержать город в чистоте. Начинать нужно с себя. Прививать навыки детям и учить их не разбрасывать мусор. Ведь чисто там, где не ссорят. Подобные субботники провели в окрестностях рек Илек и Сазда, а также на берегу Актюбинского водохранилища. В этот раз участники акции собрали с прибрежной территории водоема порядка 25 тонн мусора. С начала акции «Чистый город, чистый берег» мы вывезли около 300 тонн мусора на специализированный полигон. Очистили практически все прибрежные территории в регионе. Такие мероприятия будут продолжены и дальше. Между тем преобразились не только прибрежные зоны. В рамках акции порядок навели и на окраинах города. По словам организаторов, такие мероприятия имеют огромное значение для формирования экокультуры и улучшения окружающей среды. Отметим, работы по очистке и благоустройству территории продолжатся до конца года. Лейла Осова, Жумарт Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актобе.